Завьялов Семен Акимович, командир пулеметного отделения 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 27-й армии Северо-Западного фронта. Красноармеец. Родился 17 сентября 1908 года в деревне Нижняя Армязь, ныне Удмуртской республики. До войны Семен Завьялов работал ветеринаром в селе Сайгатка Молотовской области. С 1941 года служил ветфельдшером в 599-м эвакуационном ветеринарном лазарете для раненых лошадей. Семен Завьялов не раз просился на передовую. Наконец, был зачислен в пулеметную школу. После окончания в августе 1942 года прибыл в боевую часть. 19 сентября противник после двухчасовой артиллерийской подготовки пошел в контратаку на рубеж. Семен Завьялов, находясь в Дзоте, открыл огонь из станкового пулемета по наступающей цепи из двух сотен фашистов. Близким разрывом была завалена амбразура Дзота. Семена Завьялова ранило в лицо, но он снова открыл огонь по врагу. Опять был ранен уже в голову, но и тогда не прекратил стрелять. Семен Акимович Завьялов уничтожил почти полсотни фашистов, когда осколком был поврежден пулемет. Красноармеец взял автомат и уничтожил еще 12 человек. И снова был ранен. Осколком снаряда были выбиты несколько зубов. Перевязав в блиндаже раны, Семен Завьялов отправился на огневой рубеж. Но по дороге был ранен осколком в бедро и уже не смог передвигаться. В 43 году Семена Акимовича по состоянию здоровья демобилизовали. Он вернулся в село Сайгатка и работал лесничим. Семену Акимовичу Завьялову присвоено звание Героя Советского Союза.